Стучи. Ну, насколько могу, я и так еле руки поднимаю. Это же амплакт, акустика. Акустически да. Стучи, вид просто под, как бы, давай этот, представим, что мы у костра, и вот, короче, самым главным является вот эта гитара. Правильно. От нее идет строй. Я сяду подальше. Хорошо, если мою гитару не слышно, что, то значит играем уже громко. Правильно? Витя, кстати, у тебя нет маленьких, ой, таких толстеньких палочек? Нет, они-то есть, в принципе, но просто я думаю, что это... Да? Саунд может повредить, да, все будет. Саунд такое. Изменится, кстати. Ребята, ну-ка. Да. Ну-ка, поем все вместе. Thank you.
поем, как это еще. Ливерпульское радио, короче. Да? 62-й год. Ну, Ливерпуль сместился в нашу сегодня точку, да? Молодой. Давайте лучше там. Прослушиваться. Давай. Более резкую песню для того, чтобы он подстроился, чтобы он понял. Так, ну что, теперь все вместе? Да, давай, все вместе, чтобы и струнники, и духовики были. Ну, мы в таких так не участвуем. Давай этот. Дёрри буги, давай. А, давайте, кстати. Дёрри буги, это кто поет? Брайан Сисер, опять. А, опять. Ну, это он. Ну, да, ясно. А это как его? Это он пел, да? Это как его? Американо. Да. А может, американо споет? Да, пофиг, давай. Давай американо лучше, да. А? Давай, поехали. Thank you.